Всем привет, с вами ТНТ Фокс. Пришла очередная посылка с пиротехникой. Вот такая небольшая посылочка. Весит 2 килограмма. Шла 2 дня. Что ж, приступим к распаковке. Накладная. Что ж, давайте смотреть, что там. Первая идет вот такая лента Анка-пулеметчица. 1 метр. От фирмы Золотой Дракон. Решил купить, протестить. Никогда не взрывал. Так, одна штука. Вот еще. Всего 5 штук. 5 пулеметных лент. Вот таких Анка-пулеметчица. Дальше идет вот такой вот удал. ПЛ-3. Это трескучий шнурок. Давайте посмотрим. Вот такие фитильки там с эффектом. В уколке 12 штук. Одна пачка. Нет, вот еще есть. 3 пачки. 3 пачки удала. Дальше идет вот большая Анка-пулеметчица, 2-метровая. Также от фирмы Золотой Дракон. Одна штука. Потом идет вот такие вот пулеметные ленты от фирмы Tropic. Lady Cracker. В пачке походу 10 штук на 30 выстрелов. Давайте посмотрим. Вот так выглядит одна пулеметная лента. Тоже никогда не взрывал, решил попробовать. 10 штук в пачке. Одна пачка. Дальше идут вот такие мини-вертушки. Их поджигаешь и бросаешь на пол, и они крутятся. От фирмы Комета. В пачке 6 штук. Давайте посмотрим. В пачке 6 штук. Заказал я 2. Десять пачек. Вот таких крутилок. Дальше идет вот такие петарды Громовиця. В пачке 10 штук. От фирмы Агенція Свято. ТГ-01. Такая упаковка. Инструкция, все как положено. Давайте посмотрим. Такие петарды. Что ж, будем пробовать. Дальше идут петарды.
тоже от фирмы Агенция Свято, светлячок ВДС-13, в пачке 6 штук. Так. Открывается вот так. Вот такие светлячки. Поджигаешь, они крутятся, а потом в конце мерцание, я так думаю. Так, вот. Пулеметные ленты. Удавы, еще пулеметная лента. Еще 3 пачки светлячков. Дальше идут вот такие петарды. И что это, сейчас посмотрим. О, это тоже крутилки. Также крутятся, как розочки на полу. И, по-моему, цветные, не знаю точно. Так, в пачке 20 штук. П0011. От фирмы Комета. Так, одна пачка. 2, 3, 4, 5, 5 пачек. Взял таких тоже много. Вот еще 5 пачек. И еще вот такой блок. Всего 30 пачек. Давайте выставим, покажем, как выглядит эта пиротехника. Все, на этом посылка закончилась. Вот так выглядит пиротехника. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, какие видео вы хотите видеть на моем канале, какие тесты петард делать. Что ж, всем до встречи и пока!